Порой ожидание невыносимо. Мы слив гениальный и бесподобный, как будто отправленный почтой России кем-то, ну, крайне нерасторопный. Словно мысля где-то там прорывается сквозь бескрайние тернии к звездам в ночи. А нам кажется, что она просто снова ломается. И как то, мы, конечно же, промолчим. На задворках сознания твоего мысль, казалось, забрежет туманным рассветом. А мгновение спустя уже нет ничего. И себя ты почувствуешь не поэтом. И накроет печаль, и нахлынет тоска, за ненадобностью опускаются руки, и представится вдруг пистолет у виска. И нажмешь ты курок, так просто, от скуки. И скрываясь за слоем пыли рутинной, возводя бесконечные серые стены, оседая на дно затхлой скомканной тиной, другая богов ждешь в судьбе перемены. И как раз, когда ты уже, собственно, сдался, отпустил ту мыслью без единого шанса, осознав, как жестоко ты в ней ошибался, черновик разорвал ты и сжег беспристрастно. В то мгновение лавиной горной обрушится, то ли весенней грозой прогремит, вдруг листопадом осенним закружится, летним прохладным дождем оросит. То долгожданное, то несравненное, самое необъяснимое явление и до безумства необыкновенное вдохновение. Оно, прорываясь сквозь серые тучи, разрежет. Нет-нет, оно разорвет, растерзает небесное полотно в клочья. Живительной влагой с небес упадет. И, сделав глоток после жажды мучений, открывшись для новой мысли, уникальной, ручка, тетрадь и пара мгновений. И вот ты творишь, и творишь гениально.